Хорошо. Путь неедения единственно правильный. Я бы, наверное, сказала, что путь – это просто есть путь. И нет правильного пути, либо неправильного пути. Если вы умеете получать удовольствие от своего пути, то это, безусловно, предоставит вам огромную радость. Но неправильных путей не бывает. В любом случае вы придете туда, к чему вы идете. И самое главное – это делать с наслаждением.